Хей, гайс, с вами Шумки, мы продолжаем родить игру под названием Borderlands 2. Так, поехали, что мы делаем? Мордекая птичку убили. Кровокрыла. Модификатор облик, псих-облик. Давайте... А, нет, свободное место. Ну, это дело мы все продаем. Главное, базуку там не продать ненароком. Базука, базука. Скорость. Блин, если это продать, то продам. Не жалко. Так, а что мне... А, у меня только их два. Давайте взрывную ставлю. Кислоту я не думаю, что она мне пригодится. Пора убивать. Так, и применить облик. Заходим, сдаем задание, уходим. Добытые тобой сведения не только любопытны, они могут помочь остановить распространение отравления шлаком. Увеличенный для различных видов боеприпасов. А, дробовик-то. Не, на продажу. Так, мы левел ап получили. В таких классных местах мы не останавливались. Мы получили левел ап. Давайте апнемся. Так, я сказал, что я буду сюда, да, идти, пока у меня турелька работает, у нас урон от стрельбы из всего повышается. Качать без мета, скорострельность, уменьшение отдачи. Да, давайте эту фигню вкачать. Так, железяк. Дружище, ты что это мне? Клянусь машинкой Скага, я невидим! Оу, это же ты! Я не могу! Слуга, дай пять! А, ну да. Ты заслужил! Круто. Теперь железяка проведет нас через защитное поле. Возвращайся. Кажется, мы нашли способ пройти бункер. Давайте пять дам. Нет. Ну же, давай, дай пять. Не ставь меня в неловкое положение. Ну ладно, все испортил. Я в неловком положении. И все-таки знаешь, что повысит тебе настроение? Если тебе даст пять, твой старый друг железяка. Так представь себе, мощный хлопок одной ладони, а другую. Чувство выполненной задачи, единение, братство. Помнишь, Мордекая подстрелили в плечо, и он спрятался. И выпустил кровокрылу, чтобы тот расправился с бандитами вместо него. Ха, да. Кровокрыл просто летал кругами у них над головой и никого не трогал. А Мордекай орал ему: «Что ты делаешь, трусливая птица? Начинай убивать и бла-бла-бла!» А потом он встал, вышел из-за укрытия. И кровокрыл камнем упал вниз в самую гущу врагов и порвался их за полсекунды. Он хотел, чтобы Мордекай видел это. Хотел, чтобы Мордекай им гордился. И Мордекай был на седьмом небе от счастья. Полез целовать его в клюв, чесать ему шею. Это смотрелось бы очень мило, если бы с кровокрыла не свисали чужие кишки. Заткнись ты уже! Да. Извини, что так вышло с кровокрылом, Сал. Отнеси эту записку в 1000 порезов. Эту записку ты доставишь главарю разбойника по кличке Король Мясник. Раньше он был одним из залов налетчиков, но потом ушел, ему захотелось больше крови. Видишь, работка для тебя есть. Разрывать сотрудников Гипериона на части — эффективный способ открывать информацию. Он стал возражать, но все равно он передо мной в долгу. Думаю, он поможет нам пройти бункер на пути к Арке. Так, мы взяли задание, сейчас еще возьмем задание. Бывшие бойцы, как я, работают на искателе хранилища. Да, забавно. Йоу, скутер. Есть работенка. Я пытаюсь написать любовный стих этой девке Дейзи. Но мне нужно вдохновение. Что-нибудь такое возвышающее, возбуждающее, чтоб стих ее возбудил. Ну, типа секса. Нащелкай фотиком пару красивых мест, чтобы я описал их в стихотворении, окей? Взять порножурнал. А где мне его взять?
Так, давайте сейчас посмотрим быстро по карте, куда мне нужно. Так, а сколько мне этих? Денежку. 8 как раз на дробовик. Добро пожаловать на черный рынок! Никому не говори. Так, взять порно-журнал. Па-па-па, задание. Пески анонимные. Та-та-та, абсолютно спокойствие, едкие пещеры. Давайте это воздадим. Инженеры в заповеднике Гипериона все еще живы. Сейчас сделаем. Поможем Мордекаю, потом отправимся в пустошь, то есть в пески. Освободить, освободить. Короче, у нас сейчас спасательная миссия с вами. Но все же мне придется пробежать сквозь всю Пробежать сквозь всю локацию. А, еще что лежит? Не, ну этот пистолет годный. Типа, нечего сказать. Защитить животных еще плюс миссия. Не хочу защищать. Защищать это значит терять время. Терять время это очень плохо. Да-да, постреляйте. А здесь обход есть. Ух ты, тут подъемчик даже есть. Кажется, это ко мне, да? И для чего? Для чего я сюда залез? А фиг его поймешь. Ну блин, давайте шестрей. Так, все, давай я шлем этому снял. Все, животненькие, шо вы там? А, все, защитил, наконец-то. О, редика. Эридика. Так, сейчас здесь пробежим, спрыгнем. На грибочек, от грибочка сюда. И в комнатушку. Ну, сейчас, по сути, с последней волны защитим. И все. 9 минут уже прошло, считай 10. Он медленно бегает. Он бегает медленно.
А вот это что мне интересно, трасса? Что вот это за трасса? Куда она ведет? Нужно будет потом сходить проверить. Может, для еще какого-то сундука? Все, защитили. Пошли. Но здесь больше защищать не нужно, теперь просто бежим. Хотя я не пойду в ту сторону. Нафиг надо. Не, хотя можно сходить, но... Ладно, сходим. А, ясно, понял. GG. Снова заперто. Окей. Вот. Требуется ремонт. Бам. Что урона почти нету с этой херни. Вот единственный минус. Закрытые двери. Ну, блядь, ну откройте вы их. Ну, какая разница? Давай, быстрее! Все. Отошел. Дял меня убил тогда. Нужно, короче, так делать, чтобы он быстрее бежал. Делают это крюки, блять. Что всю серию сначала. Ну, блин, я не знаю, как эту серию. Мы, получается, за зеленых, да, теперь играем. Мне кажется. А, плевать. За зеленых, походу, играем, которые тут типа освобождают животных. Их же животные зелеными, да, называют, по идее. По идее, да. Ой, там открыто, ё-моё, повезло. Повезло, что времени не нужно терять. У меня уже почти смена закончилась, козёл! Не прикасайтесь к багам с перебием, не предупредив дежурного техника. Скажите, да, да, да. Всё. Победите охрану. Давай, освобождай. Он же там, да? Достойная смерть, чел. Почти выкупил дом.
Отлично, эти ублюдки мертвы. Пока достаточно. Возвращайся. Ну, так я задание к нему не побегу сдавать, поэтому... Нет, но оружие жесткое. Типа, несколько пуль он пуляет сразу. Хорошая пушка. Мне нравится. Даже лучше, чем снайперка, по идее. Ах, ты трусливый бандит! Зря ты это сказал, чел. Сын Мотрока? Сделай из них пар! Давай сына Мотрока убьем. Ну, считай, типа мини-босса, да? Все, теперь валим. Теперь валим. О, хорошо, что я хотя бы по скалам бегу. Уже не бегу. Так, патроны... Может, и пистолет прокачивать, слушайте? Теперь так смотришь, и пистолет хорошая вещь. Типа, бам. Там просто по 300 с чем-то урона с одного попадания. Мы пуляем, получается, 4 пулики. Это очень хорошо. Наверное, буду пистолет покупать теперь. Вместо дробаша. На дробаше у нас 120 патронов. Типа тоже нормально, но... Там у нас чисто по 30 урона наносится одной пулькой, а здесь сразу по 300 с чем-то. Это выгоднее. Эта пушка повыгоднее будет. Так, хорошо, поехали. Жетон. Урон стихии, шанс стих, задержка подзарядки. Па-пам. Задание. 1000 порезов. Подожди, а мы на что задание выполнили? На снайперку? Если да, тогда лучше сейчас сходить. Да, погнали. Так, убежище вот это. Тогда, если на снайперку, тогда лучше сразу пойти сдать. Потому что мне могут годную дать с подгонщиком. Особенно, если это снайперка МРДК будет. Ну, скорее всего, она будет с эффектом. Посмотрим. Значит, я думаю, что будет что-то годное. Что будет что-то годненькое. Это только начало. Все гиперионские ублюдки заплатят за кровокрыло. Все до одного. Так. Давайте сразу магаз. Оп. А хотя я буду телепортироваться, там будет магазин. Так, смотрим. Первый инвентарь. Давайте, так, где там? Бросить, сравнить. А, на 50 больше урона. И все в жопу, да, идет по статам. Меткость очень слабая. Я редко терплю крах. Не, я лучше свою оставлю. Старинный автомат. 10 порезов находится к западу от Нагорья. Именно там и нужно искать короля мясника. Но поосторожнее. С тех пор, как солдаты Гипериона убили его собаку, он немного не в себе. Точка. Вот так тут сразу уже близко, да? Давайте я все-таки машину возьму. Прикидывай, если я сейчас на... Ни хрена тут локация. Окей.
10 минут, ладно, 20-30 минут. Надеюсь, все сделаем. И все будет красиво. О, тут еще и задание есть. Зона управления ангелом находится на вершине кровавая горы. Именно там и хранится ключ. А на другой горе живет король мясник. Он поможет нам пройти бункер. Я на это надеюсь. Король мясник. А ну-ка. Чужак! Здесь чужак! Чужак! Злой! Я, блин, нахрен злой! Ну, парни, сражайтесь как герои! Или умрите как сучки! Чтобы добраться до короля, тебе нужно нейтрализовать остальных мясников. Будь осторожен. Ну, вижу, все равно и ваншотчем. Да. Приготовься к бою. Что за песня? Ну, удовлетвори меня. Убей меня! Да, давайте вот так. Я пистолет, патроны не закупил. Патроны? Сегодня идеальный денёк для шопинга. Это поможет тебе выиграть пару секунд. Да, да, пистолет лучше улучшать. Ладно. Хочешь поржать надо мной? Давай, тварь. Кто? Ты по мне пуляешь? Где? Что здесь такое? Я не понимаю. Подожди. Мне он говорит вниз идти. Да? Это чисто куда-то... Чисто куда-то вниз спуск. А, так он еще и по 3 выстрела делает. А, так я просто что не кучно, да, делаю выстрел. Вау! Что это за... Монолит? Монолит — это интересная вещь. Что это за звуки? Это знаете, как в этом? В Титанике, когда вот те двое стояли, типа, на этом... И типа, музончик этот был. Песня вот эта. Ладно, туда мне сейчас не попасть. Да нету контакта, не мог по тебе попасть, надоел. А, побежали. Спокойно, никого не трогал. Но нет, Гипериона этого мало. Нет, нужно было прийти сюда, нужно было убить Дасти. Но если вы относитесь ко мне как к бандиту, то и отгребете с меня как с бандита. Пощам получим. Может, нафиг надо и просто побежим? Просто щенком. Почти такой же милый, как моя первая собака. Передай своему боссу, что я сделаю с ним то же, что и он с ней! Только медленнее. Ты? Что значит не из Гипериона? Кровь! Ну что, парни? Устроим теплый приемчик! Да. Король мясник не будет с тобой разговаривать, пока ты не сможешь его банк. Твоя задача — пережить церемонию посвящения, затем отдать королю записку.
Выстрелили в лицо, мозги брызгами. Вау. Давай тогда этих переубиваю. Да, они. Все-таки в тело, в голову ему тоже нужно много раз. Не, ну скорострельность быстро. Выстрели фейсу немножко в лицо. Только в лицо, только в лицо. Вы слышите песню? Откуда эта песня? А то она, блядь, она играет. Ладно, побежали сюда. Не хочу туда идти. Нам нужно по сюжету дойти, пока время есть. 4 минуты. Походу, у него, знаете, типа ударная волна, которая в лицо пролетела, только сейчас отразилась на нем. Да уж. Так, просто ты мне не откроешься, да? Мы погнали на вход. О, знак борды. Так, таких два у нас. О, унитаз. Базука. Базука. А где подъем наверх? Ага, нашел. Стрелочки даже показаны. Че, поехали. Я не сдохну, я буду жить. Турель обыгрывает. Давай, давай, давай. Хуярево, хуярево. Так их уже ж нету. А у тебя еще есть? Э, добью, ладно. Ой, не то использовал! Бам. Ну все. Кляфа прорвало. Добре пожаловать. Терпеть не мог этого козла. Почему вас так много? Как
Заели? Добро пожаловать в боль! Время умирать! Давай решим. Я был так близ! Я убил моих лучших людей! И поэтому я могу сказать тебе только одно! Это... Привет, король мясник. Так что тебе надо? Ты круче и безбашеннее всех, кого я видел. И ты прошел обряд инициации. Принимается в мясники. Я думал, когда же Роланд попросит меня об услуге. Значит, бункер. Ну раз ты теперь за нас, мои парни помогут тебе его захватить. Передай Роланду, что я в деле. Отлично. Приг за нас. Теперь пробиться через бункер будет легче. Возвращайся, подумаем о том, что делать с дверью, которую может открыть только Джек. Ща я дверь открою. Саркастический мясник. А там двери открылись. Пускай он пока там делает свое дело. Значит, искатель якшается с мясниками. Отличная возможность уничтожить их обоих одним залпом. Что, убить тебя? Маяки активированы. Начинаю обстрел из минометов. Король, нас снова обстреливают из минометов! Вот, черт! Мясник! Нужно остановить бомбардировку, иначе всех перебьют и в бункер тебя не пройти! Хотя ладно, ну здесь в основном деньги падают. Здесь только... А, да, такое. За мной! Похоже, минометы доводятся по маякам, которые бросил Джек! Если не отключим маяки, нам хана! Подожди, Брик, мне нужно сначала пособирать то, что я и не собирал. Нужно, скорее всего, около его этого... Тульчика будет. Вон, да. Пистолет, пистолет. Парам. О, мне опыт дают. Какие маяки? Мне нужно понять, какие маяки. Брик. Иди за Бриком. А, вот и. Брик, побежали. Могилка. Разбить. Граната! Ну блин! Я хотел разбить. Ага, город мясников разбить 12. Хрена. А что там за локация? Ладно, может я туда еще отправлюсь? Брик, побежали. Отсюда! Нам нужно уничтожить эти маяки! Минометы наводятся по ним! Добро. Усилим гнев короля мясника! О! Черт! У этого отражающегося! Ща я кулаком их пробью! Осторожно, Брик! Именно бить, да, надо? Идем дальше! А ну не смей трогать мои маяки! Посмотрим, как ты теперь попляшешь, бандит!
Давай, давай, Брик, побежали. Здесь что-то? Фух, тихо. У нас есть запись со спутника. Съемка сделана на Довехас незадолго до прибытия нашего отряда. Ставь. Подожди, 500, 500 с чем-то. Опа. Так, 267. Еще хуже есть. Да, есть, за 200. Сальвадор, за убийство людей, известных под именами Пролом, Коготь, Пятница и Плевок, тебе грозит смерть через повешение. Что ты скажешь в свое оправдание? Я вижу еще один маяк! Разнесем его! Побежали, побежали. Только мне в магазин нужно сначала пойти. Ну, снимай. Давай, я быстро продаю вещи и бежим дальше. Оставить? Не знаю. Да, оставим. Вот это продам. Давай, поехали, где? О-о-о-о. Готово, готово, Брик, давай дальше. Почему они на нас нападают? Брик, ты давай, давай, Брик. Время 40 почти. Это третий, последний. Снова. Все, готово. Это последний был. Сюда, мясник! Почему я мясник? Ну, вот это я понимаю. Работка что надо. Ну да, я сейчас сюда еще схожу, посмотрю, что там. Встретимся в убежище. Да. Чтоб ты знал. Мои мясники все равно будут на тебя нападать, потому что они тупые. Можешь валить их без базара. Хорошо. А, так там это гиперионская херня. А, тогда да. Тогда смысла сейчас обходить мне нету. Если там гиперионская херь. Ладно, давайте тогда... Мы на этом закончим. Или да. Не, да, хотя. А я не знаю. Давайте я сейчас посмотрю, что здесь. Тут нихера полетели, короче, в город. Сдадим задание и закончим на этом серию. Убежище. Сейчас так стоять. Больше здесь же заданий нету. А, вот. Поэтическое. Ладно, давайте тогда, думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.